forget all that's been. Приветствую всех на моем канале. Сегодня снова тема женственности. Прошло чуть больше года с того момента, как я ношу только юбки и вообще не ношу в своем гардеробе брюки. Я хочу с вами поделиться некоторыми фотографиями из своего путешествия, в котором я копала огород в юбке, каталась на лошадях в юбке, взбиралась на горные вершины в юбке, путешествовала по полям, по равнинам, по деревне по российской, и все это делала в юбке. Плюс ко всему, прошлая зима и эта зима стали одними из самых теплых зим в моей жизни, потому что я ношу теплую зимнюю юбку из натуральной шерсти, сама которую сшила. Кстати, вот видео о том, как я сшила юбку похожей модели, тоже из шерсти. В общем, эти юбки стали для меня прямо открытием, и теперь я могу чувствовать себя комфортно в любой ситуации, выбирая юбку под соответствующее мероприятие. Или платье, как видите, сейчас на мне платье, и это тоже мое произведение. Да, у меня немножко шумят дети в кадре, но это не страшно, я думаю, потому что все знают, что у меня есть дети двое, мальчик. Итак, преимущества, которые я для себя выделила за этот год ношения юбок. Ну, во-первых, это красиво. Когда я одеваю юбку, я чувствую себя по-настоящему женственной. Я чувствую себя уверенной в себе. Второе преимущество – это удобно. Как я снимала в одном из видео, почему женщинам важно носить юбки, я говорила о том, что вот эта часть, живот, не перетягивается. Даже сейчас я сшила себе платье, которое делает акцент на талии, и вот это место все у меня свободно остается. Знаете, юбки удобно носить беременным девушкам, но особенно это полезно девушкам, которые еще никогда не рожали детей, или тем, которые хотят забеременеть в скором времени. Потому что у нас очень важный кровоток здесь происходит. И если это все перетягивается джинсами, брюками, к сожалению, это так, то наш организм страдает очень сильно от этого. И, может быть, мы этого внешне не осознаем и даже не чувствуем некоторого дискомфорта. И все-таки есть огромная разница. А летом я была на одном мероприятии, на девичнике невесты моего брата, и там была такая, в общем, тематическая одежда. Надо было одеть белый верх и джинсы. Светлые, любые джинсы. Я одела светлые джинсы, ну, потому что я не могла выделяться, мне нужно было соответствовать образу, это просто нельзя было подвести никак ее. И вы знаете, первый час моего похода в джинсах я чувствовала себя совершенно некомфортно. Мне было настолько неудобно, настолько казалось, что все здесь вот сжато, что я была просто... Думала, что, наверное, я вернусь и переоденусь, но потом я все-таки переборола себя, и где-то на второй час я уже привыкла к этому мероприятию, даже весело мне было с девочками веселиться в джинсах. Но на следующий день, вернувшись домой... Нет, я вернулась домой этот день. Ну, в общем, на следующий день, одев юбку, я была более счастлива, чем в джинсах накануне. И мне не показалось это красиво, а когда я одела джинсы, мой сын сказал мне: «Мама, ты что, так пойдешь?» То есть мой сын уже старший за год привык, что я одеваю юбки, для него сейчас джинсы, обтягивающие вот эти все места, они кажутся какой-то странной одеждой и мужской, скорее всего, одеждой. Вот, это два преимущества. Еще одно преимущество – это удобство, потому что в юбке, я говорила об удобстве, да? Ну, хорошо, смотрите, удобство с точки зрения физиологии, а есть удобство с точки зрения выполнения функций различных женских. Уборка дома. Вот я, например, была этим летом, я уже сказала, в путешествии. И в этом случае юбка тоже для меня стала лучшим другом. Вот, потому что мне было в ней удобно, красиво, приятно. Можно было менять юбки в разное время года, дня и ночи. Черная юбка – незаменимый совершенно вариант. Пожалуйста, пишите свои комментарии, что для вас значит носить юбки, если у вас есть опыт. Может быть, у кого-то есть сомнения и... Есть противоречие тому, что я сейчас говорю. Пожалуйста, высказывайтесь об этом все в комментариях. Будем обсуждать эту тему, почему, как и что. Но я уверена, что большинство девушек, которые уже не первый год носят юбки, меня поддержат. Они также видят плюс в этом, также видят преимущества, удобство, комфорт и, конечно же, женственность. Поэтому все-все-все девушки, будьте женственны, носите юбки. Это очень вдохновляет. С вами была Марина. Встретимся на YouTube.